Это не просто картинка, бумажка, она действительно светится. Настоящая икона – это энергетический двойник образа, который изображен. И эту силу ничто не может ослабить. Один и тот же наставник может курировать сразу нескольких людей, которые пишут иконы. Они должны быть очень духовно чистыми. Желать это сделать абсолютно бескорыстно. Никакого материального, самое главное, посыла. Они как слуги, которые просто проводники. Они осознавали, что кто-то водит их рукой, и они передают эту энергетику чисто, как мы сейчас осознаем, провода зарядные. И они совершенно... у них не было никакой гордыни в себе, что вот я такой-то художник, это рисую. Они просто понимали, что кто-то водит их рукой. Искренне верующие люди, подготовленные постом и молитвой, во время поста очищаются духовно, поднимают свои вибрации, и им открывается видение этого изображения, которое они наносят на доску. Икона вот этими годами, веками, она набирает в себе силу. Она набирает такую силу, что может мир оточить. Вот столько энергетической силы, как у них, что вот просто вот это как слезы, действительно, но хотят этими слезами очистить и дать даже живительную такую возможность оживления. Это такая силища огромная в этой иконе. И огромнейшее желание помощи людям. Той души, которая там, энергии там, бескорыстной. Вот через эти слезы идет материализация именно святого. То есть это он так проявляется. Не плачь, потому что они видят, как мы не понимаем друг друга, не будем любить больше любовь в мире. Со столько войны мы никак не можем понимать, что единственное – это любовь. И они плачут, потому что люди никак не могут любить друг друга, любовь единственное, что освободит, да, человека. Сейчас иконы – это способ, ну, заработка идет. Если во главе угла деньги, что это на заказ и нужно сделать. Что если художник относится к этому как к заработку денег, работы, то эти росписи не несут в себе той силы, скажем, свечения. Вот эта корысть, которая внутри, мысли человека, который это создает, он как раз и закрывает, и это все становится мертвым. Вот эти мертвые иконы, они поэтому и закрываются, потому что как маги или какие-то люди вдруг решают произвести какие-то процедуры, поэтому они теряют цвет, закрываются. Ракушка мне показана. Или как цветок, который раз и складывается. Копия, но вот именно рукописная, да, не отпечатанная. Вот, и там, конечно, вся эта сила смазывается. И в этом отличие. Но есть и в современном мире иконописцы, затворники. И у них такая же сила. В зависимости от энергетики, вибрации людей, в чьи руки она попадает, сила этой иконы либо активизируется, либо она просто заволкает. Когда она попадает в руки людей, ну, случайных, скажем так, которые не совсем понимают, зачем им нужна эта икона, она просто наблюдает за ними. И в тот момент, когда человек уже готов идти каким-то другим путем, тогда она вот начинает опять же с ним сонастраиваться. В этом случае у нее просто позиция наблюдателя, вот она ждет момента. Настоящая икона, которая сделана таким человеком, духовным или группой людей, то это вообще на икону не влияет. Но настолько в себе несет тогда силу, свет колоссальный. То есть она
на тонком плане. Просто вот, ну, даже как ларец показывает, когда мы иногда в сказках видим, открывается ларец, сияет. У меня икона со мной здесь. Это из-за семьи моего мужа. И вот через эту икону, чтобы как бы поддержка его рода с его стороны была здесь у меня рядом. И он тоже, находясь сейчас в тонком плане, как бы мог тоже быть через это наблюдать, что ли. Такой как канал этой поддержки, энергетики. Она вот сейчас, я вижу, как она сияет просто вот там, где она висит. Потому что на тонком плане связь с иконой продолжает оставаться как канал человека. Когда он уходит в тонкий мир, с иконой, которая на земле, у него остается канал связи, как портал. Онлайн-школа гипноза и слиперства Никиты Бурлакова – это место, где люди раскрывают в себе поистине уникальный мир экстраординарных способностей. Обучаясь уникальной методике, студенты школы постигают совместно целые миры на тонком плане и помогают людям разрешить их, казалось бы, невозможные жизненные ситуации.